Истер Филмс представляет фильм «Волшебный бриллиант». В ролях Риши Капур, Шри Деви, Прем Чопра и другие. По рассказу Джагмохан Капур. Оператор Дурга Прасад. Композитор Лакшмикант Пьер-Алал. Продюсер и режиссер Хармеш Малхотра. Джанада. Да, госпожа. Почему ваза пуста? Я украшаю ее. Смотри, все вазы должны быть в цветах. Вы не волнуйтесь, я сейчас все сделаю. Чанда? Да. Мой сын приезжает из Лондона. Ему эта посуда не понравится. Убери ее и сервируй стол фарфором. Да, госпожа. Я тебя только таким и помню. 15 лет прошло. Пролетело незаметно. Госпожа, что случилось? Почему вы плачете? Сегодня вы должны радоваться. Ваш сын наконец-то после 15 лет возвращается. Это слезы радости, я ведь мать. Глаза мои соскучились по нему. Удивительно. Бог дал вам всего лишь одного ребенка. И господин недолго прожил, а вы все равно столько лет держали ребенка далеко от себя. Да, это было решение господина Раджа. Не знаю, что произошло с Раджу. В 5 лет он вдруг стал по ночам с криками просыпаться. Потом стал убегать из дома. И даже стал бояться своей тени. Ко многим врачам я его водила. Пытались лечить, но безрезультатно. Один врач сказал, что если ты далеко его увезешь отсюда, то, возможно, он поправится. Тогда приехал брат, и я, положа камень на сердце, отпустила Раджу с ним. Уехав туда, он поправился. А сегодня, проучившись 15 лет, возвращается. А что, Виджай не пришла? Как такое может быть, тетя? Я уже давно здесь. Эти цветы я отбирала. То-то я и смотрю, что такие цветы могла выбрать только такая красивая девушка. Молодой хозяин приехал, госпожа. Что? Мой сын приехал. Раджу. Мама. Мама. Как ты вырос. Я тебя таким маленьким отправляла. Я всегда был с вами, мама. Не знаю, почему вы сами меня так далеко отправили. Хорошо сказано. Сынок, это Аджип Сингх, друг твоего отца.
После его смерти всеми твоими делами управляет он. Здравствуйте, будь здоров. Он также наш партнер. Можно считать, что он делает всю работу, а мы пожинаем плоды. Большое спасибо. А это их дочь Виджай. Только-только закончила университет. В детстве много времени проводила у меня. И сейчас, когда я заболела, она за мной ухаживала. Все равно, как если бы была родной дочерью. Она мне как дочь. Госпожа, я ее только для вас и растил. Теперь она ваша. Здравствуйте, молодой господин. Здравствуйте. Это твои люди. Они давно по тебе скучают. Пойдем в дом. Проходите. Пойдемте. Ваш сын вернулся после 15 лет отсутствия. Благословите его, чтобы он продолжил начатые вами дела. Как хорошо пахнут чемоданы. Наверняка хорошие французские духи привезли. Одни для меня, другие для моей супруги. А почему вы несете вещи? А слуги для чего? Они существуют, чтобы носить старые вещи. Нельзя же им доверять такие новые вещи. Поосторожнее, они же тяжелые. Я привык поднимать гораздо более тяжелые вещи. Значит, вы занимаетесь тяжелой атлетикой? Нет, не тяжелой атлетикой, а ношу жену. Носите жену? Одну толстую жену обеспечить не хуже тяжелой атлетики. Управляющий, что для тебя жена, это тяжелый груз? Нет, дочь, не груз. А тяжелая атлетика. Дело в том, что одна худенькая, молодая, красивая девушка стояла у дороги. Я ехал на красивой машине. Посадил я ее к себе. А потом это переросло в любовь. Потом в свадьбу. И она начала поправляться. Раньше короли на своих дворах держали слонов. А теперь приходится держать его дома. Мне надо 10 килограммов сладостей купить. А то она меня накажет. Накажет сильно. Хорошо, госпожа, мы пошли. Хорошо. До свидания. Виджай, ты оставьте, завтра Раджу привезет ее обратно. Как вам угодно. Хорошо, я пошел. До свидания, папа. Я понимаю, но для чего вы ездили учиться в Шантани-Нагар? Я с детства была влюблена в музыку и танцы. А где, как не в Шантани, я могла получить такое образование? Можно задать вам вопрос? Да. 15 лет – это не такой уж маленький срок. Вы столько лет провели в Лондоне. Как вы решились вернуться обратно? Я с самого начала решил, что как только закончу учебу, вернусь обратно на родину. Обратно домой, к маме. А потом, чьи корни здесь, как он может жить так далеко от родины? Вы правильно подметили. Папа, мама и вы. Узнав стольких людей, я тоже начинаю забывать университетскую жизнь. Значит, вы не хотите учиться в магистратуре? Но если вы скажете, обязательно буду. В целом мы... Дети, уже поздно, идите в дом. Пойдемте, после вас. Спасибо. С утра ездили на лошади? Да, мне нравится кататься. А вам? Нет. Экипаж готов, господин. Управляющий, зачем вы столько машин выставили? Откуда простому человеку знать, какой экипаж понадобится путешественнику? С утра мы ездили на лошади, а это железный конь. А это машина времени господина Раджа. Это летающая лошадка. Как сядешь, она так и полетит. И не увидишь. А вот это джип для охотников. Очень полезен.
Она может ездить в горах. А это официальная машина, которой большие начальники боятся. Это Судзуки, едет как павлин. А это Виктория времен королевы Виктории. Виктория 203. На этом много катался. Ничего не нашел. Попробуйте и вы. Попробуйте. Господин управляющий, да? На машинах-то мы много катались, а в экипажах нет. Виджай, не хотите прокатиться в экипаже? Как только вы захотите, так я с вами и поеду. О, замечательно. Разрешите, я сейчас? Какая замечательная погода! Какое замечательное путешествие! А насколько красива спутница! Даже лошади понимают! Что это там за место? Вон то? А вы не знаете? Нет. Это очень старинное поместье. Здесь жили ваши предки. 100 или 200 лет назад, когда было построено новое поместье, они оставили его. И с тех пор оно заброшено. Там есть храм Шанкара. Храм Шанкара? Да. Храм Шанкара. Что случилось с лошадьми? Не понимаю. О, боже, извините. Ничего, ничего страшного. Ушиблись. Садитесь назад. Садитесь. Сильно ушиблись? Нет, нет, все в порядке. Змея! Садитесь здесь. Осторожней. Почему вы вернулись? Лошади взбесились по дороге. Что с Виджай? Ничего, слегка ушиблась. Ганда, принеси горячую воду с содой. Не очень больно. Мне это ничего не было. А вот Раджу чудом спасся. Что? Случилось так, что одна змея пыталась укусить его. Хорошо, что на нем были высокие сапоги, а то не знаешь, какие были бы последствия. Раджу! Что случилось, мама? Ты что думаешь, если мне ничего не будешь говорить, я не узнаю? Но что случилось? Смотри, Виджай, что говорит. Эти женщины по пустякам волнуются. В жизни такие мелочи случаются. Если лошади, увидев змею, вышли из-под контроля, в этом нет моей вины. Откуда я знал, что та змея за мной охотилась? Нет, сынок, даже в шутку так не говори. Ты не знаешь. После стольких страданий ты со мной рядом. Взвалив на себя груз страданий, чтобы спасти тебя, я и держала тебя вдали от дома целых 15 лет. Чтобы потом испытать радость и видеть тебя здоровым. И если с тобой что-нибудь случится, то я умру от горя. Я хочу видеть тебя, видеть твою радость. Ну, хватит, мама. Ничего такого не случилось, нечего волноваться. Управляющий,
Позвоните Аджит Сингу, чтобы он приехал на своей машине и забрал Раджу и Виджай. Видишь, там вдалеке границу поля, это все твое. А там, смотри, сахарная фабрика, она также твоя. Многие годы мы получали от государства премии за производство качественного сахара. Вот, посмотрите. А в последние два года производство резко упало, в прошлом году не было дождей. А в этом году урожай поели вредители. И в этом нет вашей вины. Вы столько сделали за эти годы, что это сложно переоценить. Это было моим долгом. Теперь, когда вы приехали, берите бразды правления в свои руки, а меня на пенсию. Нет, нет, не бросайте меня, пожалуйста. Поехали. Управляющий, знаете, что надо делать? В банк должны были поступить деньги. Идите и раздайте зарплату, а я сам его отвезу. Вы? Да, пойдем. Вы идите. Ну, а этот горшочек крутится, вертится. Что случилось с этой машиной? Что случилось? Пойду посмотрю. Похоже, мотор перегрелся. Эти водители даже не могут проверить, есть ли вода в радиаторе или нет. Ты здесь посиди, сынок, а я сейчас схожу за водой. Кто там? Что случилось? Ничего. Ты как сюда попал? Я уже давно жду тебя у машины. Пойдем, пойдем. Сегодня, когда я увидел эти руины, странные чувства возникли у меня. Я чувствую, что с этими местами меня что-то связывает. И как я туда вошел, даже не заметил. Звук браслетов был столь ясным, что мне показалось, будто кто-то идет рядом со мной. Может быть, это мое воображение? Тогда откуда эти звуки, которые до сих пор в моей голове? Пусть. Что бы ни случилось, пока не узнаю секреты этого разрушенного дома, я буду ходить туда. Каждый день. Закройте окно, господин. Погода ненастная. Ты кто? Я ваш охранник. А зачем вам ружье? Есть опасность, это бандиты. Но вы не волнуйтесь, мимо нас никто не сможет пройти. Я пойду, господин. Добрый день, госпожа. Заходите, заходите. Здравствуйте, тетя. Будь здорова. А куда это вы собрались? В город хотели съездить. Подумали взять с собой Раджу? Да-да. Где он? Здравствуйте. Здравствуй. Вы заранее договорились, поэтому он уже готов. Нет, мама, мне надо сходить кое-куда. Ты едешь с нами? Нет, дядя, в другой раз. Сегодня мне в другое место нужно. Но куда ты собрался? Мама, кое-какие дела, так что сегодня, пожалуйста, извините.
Thank you.
Что смотришь? Это ты пела? Да. Узнал меня? Нет. А это место узнал? Да, я вчера приходил. Я говорю не о вчерашнем дне. Много лет назад мы здесь вместе играли. Мы с тобой? Да, да. Я и ты. Играли и пели, танцевали. Ты что, не помнишь? О чем ты говоришь? Ничего не понимаю. Кроме как вчера, я здесь прежде не был. Я так и знала, что ты все забудешь. Но раньше ты не был таким. Я помню. Смотри, эти развалины были когда-то дворцом. Сколько времени мы провели здесь вместе. Иди сюда. Иди, посмотри на этот храм. Вспомнил это место? Как тебе объяснить? Я никогда... Не та ли это змея, которая пыталась вчера укусить меня? Не может быть. Что-нибудь вспомнил? Постарайся. Ты все вспомнишь. В чем дело? Да так. Что случилось? Ничего. Голова закружилась. Что-нибудь вспомнил? Нет. Когда ты был маленьким, однажды ты оставил меня заплаканную и уехал в неизвестный мир, где для тебя все было новым. А у меня осталось это место и время, которое мы провели вместе. Годы прошли, а мое время остановилось там же. Но ничего. Постепенно я так сделаю, чтобы ты все вспомнил. Несмотря на такой долгий срок. Как тебя зовут? Раджни. А где ты живешь? Пойдем, я тебе покажу. Посмотри. Вон за той горой. Там деревенька. Рядом с ней течет маленькая речка, а на ее берегу стоит храм. Там рядом мой дом. Но ты приходи сюда, я буду тебя здесь ждать. Раджу, сынок, ты почему до сих пор не спишь? Просто не спится. Сынок, ты здоров? Да, да, мама. Мама, скажи, ты что-нибудь знаешь о том старом поместье? Нет. Но почему ты спрашиваешь? Мне кажется, что с тем местом меня что-то связывает. Ты что, ходил туда? Так прогуливался и наткнулся. Случайно. Нет, сынок, не ходи туда. Это нехорошее место. Мама, а когда я был маленький, то ходил туда? Кто тебе сказал об этом? Никто не говорил, но что-то такое вспоминается. Сынок... Забудь об этом. Почему? Не следует всегда задавать вопросы. Я сказала, значит, сказала. Забудь.
Кажется, с этим поместьем меня связывает какая-то история. Девушка о том и говорила. Но почему мама все от меня скрывает? А, будь что будет. Душа просит встречи с той девушкой. Молодой хозяин, примите эти цветы. Эти цветы? Да нет, не этот завядший букет, а самый свежий цветок этого сада. О, спасибо, управляющий. Пожалуйста. Управляющий? Да. А где вы живете? В своем доме. А, вы здесь новенький. Рядом с горой у подножья есть одна маленькая деревенька. Рядом с ней маленькая речка. А рядом с маленькой речкой на берегу стоит маленький храм. Рядом на улице дом, в котором все окна побиты, и есть мой дом. Значит, вы там живете? Да, там я живу. Управляющий, да. Скажите мне одну вещь. Да, спрашивайте. Там, где вы живете, да. Должно быть, вас там все знают. Да, все меня знают. И я всех знаю. Тогда вы и его знаете. Да, я и его знаю. Но кого? Ту. Она живет в вашей деревне очень... Нет, в другой раз. В другой раз? А кто это в другой раз? Такая в деревне не живет. Молодой хозяин. В чем дело, управляющий? Из-за другого раза срочный разговор вылетел из головы этого управляющего. Управляющая приглашает вас к себе домой. Меня приглашает? Да. Для чего? Годовщина моей смерти. Годовщина смерти? Да. Называется годовщина свадьбы. Но для меня годовщина моей погибели. В день, когда была моя свадьба, в тот же день я и умер. И с тех пор, укрыв мертвое тело английским пиджаком, катаюсь по улицам деревни, как живой труп. Не надо так говорить, разве так говорят? А вообще, когда у вас годовщина? Завтра. И есть этот смертный день. Но если вы придете, то он станет радостным. Я? Если вы придете, мой рейтинг повысится. Будет веселье, вы будете веселиться. А расходы будут мои. Расходы будут мои. Но будет веселье. Вся деревня соберется. От мала до старого. Все красавицы придут ко мне. Значит, и Раджни придет? Почему в мой радостный день ты столь грустную музыку играешь? Видно, что здесь мне ничего не светит, а бесплатно только грустные и льется. Я оставил одну свадьбу, на которой должен был получить 99 рупий. Ну что ты мелочишься? Что твои 99 рупий? Я о твоем будущем думаю. Не отправить ли тебя в Америку? А что там будет? Доллары будут. Красивой одежды. Когда-нибудь слышал имя Рави Шанкар? Ну кто его не знает? Когда ты и он сидел на берегу озера и бренчал на своей гитаре. Я, попросив молодого хозяина, отправил его в Америку. А теперь его весь свет знает. Я хочу, чтобы и твой маленький инструмент играл на самой высокой башне Америки. И Пайрис Билдинг, видишь, там наверху. Сидишь, и все слушают твою музыку. А теперь спускайся с небес и играй веселую музыку. Быстро. Играть? Играй. Управляющий? А, моя толстушка. Что? Я имел в виду мое сокровище. Ты все сама съешь или все-таки гостей угостишь? Пошли к черту все гости. А все эти сладости я для себя заказала. Дочь. Мама! Мама! Какая мама? Как ты? Хорошо. Все гости собрались? Да, все. О, сынок, управляющий. Пошел ты, я имел в виду, ты хорошо стал выглядеть. Убирайся отсюда. Сынок, управляющий, поговори с молодым хозяином о нашей дочери. С молодым хозяином? Да. Ты хвалился, что тебя в этом доме все слушаются. Да, это так. Тогда поговори. Да, поговорю. Пришло мое время. Заходите. Поговорите с моей управляющей. Заходите. Вот моя управляющая. Вот она. Что ты мелешь? А это моя теща. Вот. А вот это она.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это все сестры моей управляющей. Они все не замужем, и поэтому подмигивают всем и каждую минуту. Подмигивают и подмигивают. У вас железные лошади, которые пьют бензин, а у меня вампиры, которые пьют мою кровь. Кровь пьют? Как это? Все их расходы лежат на мне. Господин, повысьте мне зарплату. Зарплату? Откуда эта вспышка? А, фотограф. Можно еще одно фото? Еще? Давай, снимай. Послушай. Что? Сделай одно фото с молодым хозяином. Давай, снимай их. Отойди, отойди. Отойдите. Ухожу, ухожу. Что схватился за голову? Ты фотографируешь или измеряешь комнату? Оттуда пришел сюда и не можешь сфотографировать? Как я могу фотографировать, если они не влезают в объектив? Как я могу? Как не влезают? С его помощью удалось луну заснять, а они не помещаются. Дай посмотреть, дай-ка мне. Что там такое? У тебя объектив полностью открыт? Полностью. Да, они влезают. Они не влезают. Управляющий, а что это за старуха так криво позирует? Что ты сказал? Береги камеру. Ты, коротышка, стоишь на стуле, а сам смеешь оскорблять. Простите. Ты, комариное отродье. Слезь с меня. Покушаешься на мою честь? Помогите, помогите! Этот спектакль специально для вас. Помогите, помогите! Это же человек, а не футбольный мяч. Кто это? Ты что здесь делаешь? Тебя жду. Я знала, что ты обязательно придешь к управляющему. Да нет, что там управляющий? Вообще-то я ради тебя пришел. Об этом месте ты рассказывала. Рядом с храмом. Да. Весь свет собрался у управляющего. Ты почему не пришла? Без приглашения как прийти? А потом у бедной сироты кто спрашивает? Сирота? Ты хочешь сказать, что в этом мире у тебя никого нет? Я, ты и мои воспоминания. Вот и все. Воспоминания. Оставь дерево, смотри, что я тебе приготовила. Сладости. Откуда тебе известно, что мне это нравится? То, что тебе нравится и не нравится, мне все известно. Это же не однодневное знакомство. Это дружба с детства. С детства? Послушай, а ты не перепутала меня с кем-то? В тот день ты так же говорила, я у мамы спросил, но она ушла от ответа, и я ничего не понимаю. Я в растерянности. Потихонечку вы все поймете. Пойдем, там сядем. Что ты смотришь? Ты даже не знаешь, как я поэтому соскучилась сидеть рядом с тобой. Ты же не оставишь меня? О чем ты говоришь? Эти глаза так впечатлили меня, что я никогда не смогу забыть их. Клянешься? Клянусь. Эй! Thank you.
किया तूने बेचैन इतना ज्यादा किया मैं तेरा हो गया मैंने वादा किया लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम अपनी पहली मोहब्बत नहीं ये सनम
Мама, ты не спишь? Если ты по полночи будешь гулять, то как я засну? Прости, мама, задержался. Сколько раз тебе говорить, что здесь опасно? Не знаешь, кто и где сидит в засаде. Когда же ты поймешь? Мама, я засиделся с другом и... Ты 4 дня подряд возвращаешься поздно. Что за друг тебе встретился, с которым ты целые дни проводишь? Мама, ты его не знаешь. Кто он, что я его не знаю? Оставь, мама. Очень сильно я проголодался. Слуга, подогрей еду. Пойду переоденусь. Попросив руки дочери Виджай, вы сняли с меня большую головную боль. Вы же знаете, насколько возрастает ответственность отца перед дочерью, у которой нет матери. Как нет матери? Я же ей как мама. Вы знаете, я сегодня очень рад. Наша семья всегда заботилась о вас. А сегодня вы дали возможность, чтобы две семьи объединились в одну. Когда готовятся к свадьбе, скажите? Как можно скорее. Как только Виджай станет невесткой и придет в дом, то я смогу уйти на пенсию. Вместе с Виджай Раджу я хотел бы отдать его имущество. Я уже говорил с нотариусом, как только он подготовит документы, отдав все дела и недвижимость, я тоже хотел бы уйти на пенсию. Вы же знаете, что были такие времена, что по вашей просьбе мне пришлось переписать все дело на себя. Но и тогда я дал расписку, что, несмотря на это, истинным владельцем всего дела и имущества является, конечно же, Раджу. Да, да. Управляющий говорил об этом. Но я уже давно не встречала этого документа. Кто знает, может, затерялся среди бумаг или потерялся? Я столько времени прождала водителя, все нет. Пойдемте, госпожа, я вас отвезу. Хорошо. Пойдемте. Будь здорова. И поскорее становись невесткой. Приходи к нам в дом. Вы? А мама уже давно уехала с отцом. Мама уехала? Да. А я за ней приехал. Ну, тогда я поехал. Так просто вам сегодня никто не даст уйти. Для нас сегодня великий день. Я не понял. Поедете домой? Там мама все вам объяснит. Да, что вы будете? Чай, кофе? Нет, нет. Хотите что-нибудь? Нет. А что вы хотите сказать? Ваша мама попросила у моего отца моей руки. Да? Да. Но как это может быть, Виджай? Только поймите меня правильно. Пожалуйста, поймите, вы же образованы. Вы должны знать, что в современном мире без любви двоих не бывает свадьбы. Как же без нашего согласия? Да, я вас понимаю. Наши родители принимают решение о нашей жизни, забывая о том, что не им, а нам надо будет жить. Вы не беспокойтесь. Я все отцу объясню. Спасибо, Виджай, спасибо. Сказав это, вы сняли с меня груз. Ну хорошо, я пойду. Ваш-то груз я сняла, Раджу. А как же моя ноша? Как ты посмел расторгнуть эту помолвку? Все уже знают, что я приняла решение.
Вы приняли решение о моей жизни, не спросив меня. До сих пор все решения в этой семье принимали старшие. Ты и это право хочешь у меня отнять? Нет, мама, вы имеете право, но есть некоторые решения, которые надо принимать, обдумывая. Это решение я приняла, обдумав. И потом, кто может быть красивее и лучше Виджай? Есть одна мама. Кто она? Здесь, в деревне живет. Что у нее за семья? Кто ее родители? У нее никого нет в этом мире. Человека, которого мы давно и хорошо знаем, его благосостояние ты хочешь обменять на никому неизвестную сироту? При вашей любви она перестанет быть сиротой. Слушай внимательно. Я уже дала слово Аджип Сингу, а для меня данное слово дороже жизни. Пока я жива, если ты женишься, то только на Виджай. Этого никогда не произойдет. Свое счастье я никому не отдам. После стольких лет ожиданий я получила тебя. И если кто-то попробует отобрать у меня мою радость, то я его не оставлю. Не оставлю. Я никому тебя не отдам. Что ты так волнуешься? Кто собирается отнимать твою радость? Ты не знаешь, сколько мучений мне стоили эти годы разлуки. И только с одной мыслью я жила, что когда-нибудь встречу тебя, и мы сможем начать новую жизнь. Но когда Бог услышал меня, то кто-то встревает между нами. Нет, я этого не допущу. Я никогда тебя никому не отдам. Никто не может встать между тобой и мной. Меня только мама беспокоит. Если я откажу, то как ей не было бы плохо? А обо мне ты не подумал? Кроме тебя у меня на этом свете никого нет. А если я потеряю тебя, то покончу жизнь самоубийством. Нет, Рожни, нет. Рожни. Молодой хозяин, вы поужинаете? Уже 11 часов. Мама уже ела? Нет. Она отказалась есть. Мама, я знаю, что ты на меня обиделась. Я причинил тебе боль. Но я не могу от тебя ничего скрывать. Я не смогу жить без Раджни. Перед тем, как сказать тебе, я думал о том, как сложатся отношения с Аджип Сингом. Но мне показалось, что если я утаю это, то я не смогу жить. А если смогу, то как мертвец? Живой мертвец? Нет, Раджу. Виджай – дочь великого отца. Она сможет еще встретить хорошего парня, но Раджни – сирота. И без меня она умрет. Умоляю вас, вы один раз, всего один раз посмотрите на нее, а после, как скажете, так я и поступлю. Хорошо. Как-нибудь привози ее. Что этот мальчик о себе думает? Оставьте, папа. Не беспокойтесь обо мне. Я изменила свой путь. Что это значит? Вы же знаете, что с тех пор, как я вернулась из Шантни-Нагар, господин Гуру звал меня для продолжения обучения песни. И я ему уже ответила, что приеду. Зачем ты туда поедешь? Я поеду туда, чтобы обо всем забыть. Нет! Невозможно забыть горький стыд. Невозможно! Я спрашиваю, где был этот мальчишка, когда его мать... Его благосостояние, его имущество было в опасности, чуть не попало в руки врагам. Я спрашиваю, где был он, когда государство хотело конфисковать его имущество за долги? Я.
трудясь днем и ночью. Своей кровью отбивался от врагов. И помогал им. И это их благодарность? Нет. Я не дам этому совершиться. Но, папа... Иди в комнату, дочь. Аварстин? Ди, саркар. Да, господин. Узнай, кто эта девушка. Что хочет отнять у моей дочери радость и честь. Кто бы она ни была, вы только прикажите. Сегодня в реке прилив. Свяжем руки и ноги и бросим в воду, и все. А если и найдут тело, то далеко отсюда. कल याद कुछ और रहता नहीं एक बस आपके याद आने के बाद याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद आज कल याद कुछ और बस आपके याद आने के बाद
Заходи. Мама? Раджу, да? Где ты прятал это сокровище? Управляющий, готовьтесь к свадьбе. Этой свадьбы не бывать. Завтра вместо праздника должны быть похороны. Не один труп, а целых 3 трупа оттуда вынесут. А это твоя задача. Ты меня понял? Да. Все люди знают, что старые враги готовы напасть. Вы нападете в одежде бандитов. Все будут думать, что это нападение из-за денег. А когда все умрут, и крики умирающих сольются со свадебной музыкой, тогда я успокоюсь, наконец-то. Успокоюсь. Змей! Уже свадьба заканчивается, а вы еще здесь, сволочи! Господин, как мы могли прийти, если змеи преградили нам путь? Что ты мелешь? Он правду говорит, змеи не дали нам даже выйти. Где Джагдеш? Змея укусила его. Его тело лежит наверху.
Дай Бог тебе долгой жизни. Не знаю, какую молитву услышал Бог, что подарил мне тебя. Я получила дочь и невестку в одном лице. Это я молилась, чтобы у меня была такая мама. Госпожа, завтрак готов. Да, сегодня же мамин день. Мама, я ночью миндаль замочила. Сейчас с молоком подам. За собой тоже следи. Ты нам очень дорога. Дай Бог! Дай Бог! Кто это пришел? Дай Бог! Махараджа, вы... Здравствуйте. Здравствуй. После стольких лет вы нас навестили? Мы возвращались с паломничества и решили вас повидать. Всегда вам рады. Заходите. В чем дело, Махараджа? Почему вы остановились? Женщина, кажется, в этом доме что-то есть. Что, Махараджа? Дух ядовитой змеи. Дух ядовитой змеи? Но я никогда ее не видела. Если вам так показалось, то вы ее и выгоните отсюда. Инструмента нет. Мы придем в другой раз и заберем эту змею с собой. Дай Бог! Махараджа, вы пришли, мы можем собираться. Нет. Нам нужно остановиться здесь. Мне что-то подсказывает, что то, из-за чего мы так давно странствуем по миру, оно нам здесь встретится. Не мучайте себя, папа. Вы считаете, что учеба вашей дочери еще не закончилась? Как это так? С этим невозможно смириться, дочка. Родители очень сильно переживают за своих детей. Тот отец, который думал о свадьбе дочери и получил такой удар, как может смириться? Папа. Работа в университете — это просто причина. Вы прекрасно знаете, как я люблю музыку. Я буду ее преподавать и забуду свое горе. Не волнуйтесь за меня, папа. До свидания, папа. Клянусь жизнью, дочь, тех людей, которые заставили тебя плакать, я заставлю плакать кровавыми слезами. Не будь я Джип Сингх. Господин начальник, вот документы, которые вы просили подготовить. Подпишите их и сделайте Раджу владельцем отцовского дела. Нет. Я не буду подписывать эти документы. Но, дядя, как это вы так неожиданно отказались? Так же, как и ты неожиданно отказался жениться на моей дочери.
Это не разговор. Свадьба, любовь и дела — это разные вещи. Как вы можете мне отказать в возвращении моей собственности? Твоей? Да, абсолютно моей. Хорошо, если твое сначала докажи. А пока закон на моей стороне. Мне не было известно, что за сладкими речами ты скрывал свое истинное лицо мошенника, Аджип Сингх. Это еще цветочки, дальше еще увидишь, если я, разорив, не выгоню вас на улицу. Аджип Сингх! Послушайте, от крика пользы нет. Вы скажите, вы будете подписывать эти документы? Нет. Сынок. Закон на стороне Аджип Сингха. Если ты хочешь все вернуть себе, то сначала принеси расписку Аджип Сингха. Здравствуйте, Махараджи. Здравствуй. Большая честь для меня видеть вас в моем доме. Может, стол накрыть? Нет, в этом нет необходимости. Сначала сделаем дело, из-за которого мы пришли. Что здесь происходит? Мама, кто эти люди? Сынок, это очень уважаемый человек. Припади к его ногам. Женщина, это твой сын? Да, Махараджа. А та девушка? Она моя невестка. Змея. Что вы имеете в виду? Эта девушка не радость этого дома, а погибель. Что вы несете? Выматывайтесь из дома! Раджу! Чтобы ноги вашей здесь больше не было! Махараджа, простите его. Хорошо, сынок. Мы уходим. И мы теперь сюда никогда не вернемся. Но вы сами придете к нам. Махараджа. Остановись. Не стыдно тебе такого уважаемого человека оскорбить? Вы думаете о чести этих мошенников, а свою защитить не можете. Вы знаете, что Аджип Сингх отказался подписывать документы, порвав их. Он выбросил их. Что? И тот документ, который смог бы нам помочь, не знаю, куда вы его подевали. Мама удивляет меня. Приглашает всяких людей в дом. А что с тобой? Ничего. Просто плохо себя почувствовала. Почему ты никому не сказала? Я вызову врача. Нет, нет, ничего страшного. А вы почему такой расстроенный? В доме происходят удивительные вещи. Папка, в которой документы на недвижимость и дела, неизвестно куда подевалась. Весь офис обыскал. Управляющий до сих пор ищет. Придется весь дом обыскать. Папку в офисе найдешь. Как ты можешь знать? Я имела в виду, что с тех пор, как я здесь, я весь дом перебрала, и эта папка мне не попадалась. Вы в своем офисе поищите. Да я только что оттуда и там ничего не нашел. Вы меня послушайте. Сходите еще раз посмотрите. Послушать тебя? Идите. Хорошо.
Господи, это же та! Это та папка, но... Хозяин, Раджу нашел документы. Что? Это значит, документы теперь дойдут до нотариуса. Нет, они ни в коем случае не должны попасть к нотариусу. Даже если придется убить Раджу. Нет, не может быть. Ни в коем случае нельзя выпустить его из дома. Не может такое произойти, чтобы вы не выходили сегодня на улицу. Почему? Тебе же известно, что у меня сегодня важная встреча с нотариусом. Но она может произойти и завтра. Важно доставить эти документы сегодня. Тогда отправьте управляющего. Дело не в этом. Я хочу, чтобы все происходило в моем присутствии. А я хочу, чтобы вы были весь день со мной. Вот в чем дело. Да, в этом. Любовь в свое время, а работа в свое. Для любви не выбирают время. Посмотри, какая сегодня хорошая погода. Посмотри. Когда ты рядом, даже ураган покажется ясным днем. Но тогда останьтесь. К чему такая срочность? Я же вечером вернусь. Кто будет ждать вечера? Видите, у меня все тело ломает. От таких разговоров и мое тело начинает ломать. Ну что я могу сделать? Моя поездка необходима. Если я умру, ты тоже уедешь? Ну что ты говоришь? Как тебе объяснить? Зачем же плакать? Вечером я вернусь. Я же иду на встречу с нотариусом. Я не гулять иду. Ты меня удивляешь. Поймал, поймал, ты поймал.
Негодяй! Ты кого назвал негодяем? Тебя! Слепой, что ли? Мог бы убить меня! Убить-то и сейчас можно! Стой! Стрелять буду! Верни папку! Господин врач. Рана не опасная. Он потерял много крови. Мы даем ему кровь. Так что в течение недели или 10 дней сможет вернуться домой. Живым он домой не вернется. Он стоит на нашем пути. И его придется убрать с нашего пути. Но, Махараджа, как это произойдет? Эту работу выполнит принц-змей. Принц-змей! Столько времени я вас ни о чем не просил. Но вам придется выполнить эту работу сегодня. Чтобы вещь, в поисках которой мы находимся, мы смогли ее обрести. Иди, принц-змей! Иди, принц-змей! Иди!
Нет! Мое сознание затуманено. Кажется, что кто-то убил принца змей. Но кто посмеет бороться со столь сильным змеем? Я. Ты? Это я убила твоего змея. И у тебя хватило наглости прийти сюда и сказать мне это? Я пришла тебя предупредить, что если кто-то покусится на жизнь моей семьи, или будет ей угрожать, его настигнет та же судьба, что настигла твою змею. Замолчи! Запомни и не забывай, что ты простая змея. Ты не знаешь моей силы. Прекрасно знаю. Но ты свою силу используешь неправильно, хотя я тебя уважаю. Запомни одну вещь. Есть еще сила, которая сильнее тебя. Это сила Пати, которая даже тебя может разрушить. Запомни. Патирата и ты? Да. Я. Теперь я невестка этого дома. Невестка, семья. Хороший спектакль. Ты можешь обманывать эту семью и весь мир, но не нас. Мы перед этой же семьей, придав тебе твой истинный облик, заперев в корзине, вынесем. Покажет время. Но перед уходом я тебя еще раз предупреждаю, что если ты второй раз поднимешь руку на моего мужа или семью, я сотру тебя с лица земли. Как ваше самочувствие? До тех пор, пока ты со мной, мне ничего не страшно. Твоя любовь, как лечебный бальзам, который снимает любую боль. Когда я на тебя смотрю, мне кажется, что ты предсказательница. Знаешь о будущем и о прошлом. Обо всем тебе известно. Ты как богиня. Правильно. Если я твоя богиня, то ты мой бог. Не уходи от разговора. Я не раз чувствовал твою волшебную силу. Папку, которую я устал искать, послушав тебя, я нашел в офисе, как будто она всегда там и лежала. И теперь смотри, сколько ты пыталась остановить меня, чтобы я не выходил на улицу. И вот,
Результат? Зря я тебя не слушал. Забудь все, что произошло. А теперь закрой глаза. Помнишь, когда мы первый раз встретились, ты сказала, что мы уже давно знакомы. У меня такое чувство, что наше знакомство давнишнее, что мы знакомы сотни лет. Да, сотни лет знакомы. А теперь спите. Врач сказал, чтобы вы отдыхали. Хорошо? Хорошо. Куда ты? Что вы делаете? В тот день ты не давала уходить из дома мне, а теперь, когда я рядом, ты уходишь от меня? Это не наша спальня, а больница. Да-да, палата больницы, но кровать-то наша. Отпустите. Если кто-нибудь постучится, скажем, нельзя. Отпустите. Убежала. Я пришла извиниться перед вами за моего сына. Он все-таки ребенок. Он не понимает и не знает, какую милость вы оказали нашей семье. С тех пор, как он вернулся, он постоянно сталкивается с проблемами. Это еще ничего. Дальше еще хуже будет. Что вы имеете в виду? Откуда ты взяла эту невестку? Откуда взяла? Она пришла и стала невесткой? Мать, отец, брат, сестра. Какие-нибудь родственники есть? Она сирота, бедняжка. А ее жизнь, прошлое, ты вообще что-нибудь знаешь? Нет. Откуда ты можешь знать? Я не поняла вас. Она не женщина, она змея. Моя невестка змея? Как это может быть? Как? Почему так не может быть? Она такая змея, которая за своей целью пришла в дом и живет у тебя как невестка. Опасная змея? Да. Эта опасная змея с веками обрела такую силу, что может превращаться в кого угодно. Твоя невестка и есть опасная змея. Очень опасная змея. Моя невестка. Я не верю. Не верю. Нет. Ты поверишь. Только увидев превращение собственными глазами, следи за своей невесткой в течение 24 часов, и она обязательно примет свой истинный облик. Джанарда! Джанарда! Посмотри, что случилось с хозяйкой! Госпожа! Беспокоиться не о чем. Я ей сделал укол. Температура скоро спадет, но утром я все равно зайду. Хорошо. Спасибо вам, я сам возьму. Послушай, сегодня поспи в маминой комнате. Она нездорова. Хорошо.
Что случилось с госпожой? Что случилось? Мама! Что случилось с мамой? Мама! Сынок, невестка! Она не невестка! Последи за ней. Рожни, спит? Мама, что с тобой? Вы свободны. Идем. Кажется, тебе приснился дурной сон. А теперь засыпай. Я не буду выключать свет, хорошо? Сегодня вы увидели то, что вам не стоило видеть. И все, что вы видели, правда. Это и есть мой истинный образ. Но не бойтесь, мама. Не бойтесь. Я пришла сюда для того, чтобы обрести любовь и поделиться ею, а не для того, чтобы кого-то пугать или мучить. Это моя ошибка, что все это открылось. Я клянусь, не встречайтесь с этим человеком, потому что ваша семья пострадает от него. Я всегда желала добра этому дому. И до тех пор, пока я здесь, никто не посмеет причинить этому дому вред. И еще одну вещь я хочу сказать вам, что если что-то плохое произойдет в этом доме, то это все дела рук того мага. Мама, я умоляю вас, не встречайтесь больше никогда с тем магом, и все, что вы видели, храните в тайне. И если что-нибудь выплывет наружу, и из-за этого возникнут трудности в этом доме, то пеняйте на себя. Вы были правы, Махараджа. Она и есть змея. У меня только один сын. Если с ним что-нибудь случится, я этого не переживу. Махараджа, спасите моего сына от этой змеи. Мы, придав ей ее истинный облик, увели бы ее. Но ваш сын... Я его отошлю. Он никуда не уйдет. Он полностью под властью этой змеи. Я все, что угодно сделаю, но отошлю сына подальше от дома. Хорошо. Тогда мы придем ловить змею. И перед тобой, придав ей ее истинный облик, заберем. Мы очень нуждаемся в этой змее. Садитесь, мама. Садитесь. Я же вам запрещала встречаться с этим магом. Запрещала, да? Мама, мама! Что вы делаете? Невестка, прости меня. Почему вы, припадая к моим ногам, стыдите меня? Это мне нужно припадать к вашим ногам. Невестка, оставь моего сына. Что вы говорите? Как я могу его оставить? Он мой муж. Муж? Но как это может быть? Он же человек, а ты... Вы хотите знать? Я вам все расскажу. Водитель, к развалинам. Thank you.
узнаете этот храм? Да, это семейный хранитель. Благодаря ему Раджу родился. И вы должны помнить, что в его 6-й день рождения вы приходили сюда молиться. Да, я все помню. ॐ सूर्योदेवताय नमः ॐ कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं Смотрите, мальчика змея укусила. Чей это мальчик? Его змея укусила. Раджу, что случилось с моим мальчиком? Его змея укусила. Нет, нет, этого не может быть. Его губы синеют. Кто-нибудь, помогите. Спасите моего сына. Спасите моего сына. Если с моим ребенком что-нибудь случится, я здесь же умру. Я не буду жить. Что случилось? Ребенка змея укусила. Раджу, открой глаза. Открой глаза. Махараджа, моего ребенка укусила змея. Погоди, женщина, дай мне взглянуть. Махараджа, спасите моего ребенка. Кто-нибудь видел, как змея кусала ребенка? Да, Махараджа, большая змея была. Она уползла туда. Женщина, отойдите. Не бойтесь.
мама. Раджу, Раджу, мой сын, мое золото. Это же был Маридари. Отпустите! Отпустите меня! Да здравствует Махараджа! Да здравствует Махараджа! Вы-то получили вашего сына. Но никто не знает, какую мне пришлось заплатить цену для его спасения. Тебе пришлось заплатить? Ваш сын был уже мертв. А тот маг взял жизнь моего супруга и вложил ее в вашего сына. С тех пор я берегла умершего змея с той мыслью, что когда-нибудь ваш сын вернется сюда. Я укушу его, и мой змей оживет. И он однажды пришел сюда. В нем находится жизнь моего мужа. Поэтому я припала к его ногам. Но это оказалось моей слабостью. Я попыталась его укусить, но он спасся. Для второй попытки я зацепилась за карету и добралась до вашего дома. Там я впервые увидела любовь матери и сына. И поняла, что если с ним что-нибудь случится, то вы от горя умрете. Я оставила попытки укусить вашего сына, но не оставила попытку найти своего мужа. Я всемогущая и все могу получить. Я подумала, что отнять у вас сына будет нехорошо, и надо найти способ, чтобы ваш сын остался при вас, а я получила себе мужа. И поэтому я с ним встретилась. Не пугайтесь, мама. Эти две змеи сопровождают нас. И благодаря им, мне и моему змею, никто не может причинить нам вред. Я обещаю вам, что никогда не вернусь к своим замыслам. А вы, в свою очередь, пообещайте, что никогда не встретитесь с тем магом. Если какое несчастье произойдет в этом доме, то только по его вине. Запомните это. И никогда не встречайтесь с ним. Мама, что случилось? Мне передали, что твое самочувствие внезапно ухудшилось. Ничего, сынок. Немного устала. А где Раджни? Она пошла в храм. Сегодня же священный день. Иди позови ее, она должна сидеть около матери. Сынок, послезавтра годовщина смерти отца. Надо поставить свечку. А у нас в семье принято, что свечку ставит сын. Мама, о чем ты говоришь? Ты плохо себя чувствуешь. А чтобы туда съездить, понадобится 24 часа. Как можно тебя оставить так надолго? Раджу, ты учился на Западе и совсем забыл про традиции. Забыл, что все это делает сын. Столько лет я ездила сама, и в этот раз могу съездить. Извини, мама. Я не хотел тебя расстраивать. Если ты скажешь, я съезжу, вот только Раджни придет. Раджни, я все сама скажу. Хорошо, я поехал. Джанарде? Джана? Здравствуйте. Я ждала вас. Быстрее разберитесь с этим. Не беспокойся, женщина. Мы пришли. Все будет хорошо. На некоторое время все из дома уйдите. И до тех пор, пока мы не завершим свое дело, ничья тень не должна мелькнуть здесь. Готовьтесь к обряду. Что вы наделали, мама? Что?
Даже ценой своей жизни я не оставлю тебя в живых. Hey!
Ты опять здесь? Убирайся с дороги! Отстань от меня. Что ты преследуешь меня по пятам? Что тебе от меня нужно? Ты мне не нужна. Но если не послушаешь меня, то я уничтожу тебя. В конце концов, что тебе нужно? Помнишь, 14 лет тому назад твой змей прямо на этом месте укусил одного мальчика? И только благодаря мне он выжил. Знаю. И знаю еще, что, взяв жизнь у моего змея, ты вложил ее в мальчика. Но ты не знаешь, что мне известно. Твой змей — Маридари. Мне необходимо знать то место, куда он положил артефакт перед смертью. И что ты будешь делать с ним? Получив его, я стану самым могущественным человеком. И весь мир будет у меня в кулаке. Тебе это не суждено. Ты простая змея. Что ты можешь знать о моей судьбе? Я 40 лет служу и достиг совершенства. Я могу починить любую змею. Тебе никогда не взять меня под контроль. Правильно сделал супруг, что вовремя расстроил твои планы. Если ты мне не скажешь об этом артефакте, то я убью твоего мужа. После его смерти оживет твой змей. Тогда я заставлю его показать мне дорогу. Ты не маг, а дьявол. Ты обманщик. Прикрылся своей мантией и пытаешься обмануть мир. Если попытаешься что-нибудь сделать моему мужу... Если ты хочешь спасти своего мужа, покажи мне дорогу. И я молча уйду отсюда. Я сохраню твою тайну, что ты не женщина, а змея. Хоть всему миру расскажи, меня это не волнует. После того, как ты получишь артефакт, ты отнимешь жизни у тысячи людей. Если для спасения их жизни мне придется пожертвовать своей, то я готова. Я никогда не покажу тебе дорогу. Никогда. Тебе придется сказать. Негодяй, негодяй! Называешься магом, а поднимаешь руку на женщину? Хорошо, что ты сам пришел сюда умереть. Ты облегчаешь мне работу. Thank you.
Если ты не подскажешь дорогу, то я убью твоего мужа. Я обещала матери, что не дам никому навредить семье. Наступил тот час, когда я должна спасти эту семью. Есть только один способ. Сжечь свое тело. Ну что ж, я сделаю это. Махараджа, что вы делаете? Мама! Нет! Раджу! Мама! Мама! Открой глаза, мама! Что ты наделала? Ты уничтожила единственный след, ведущий к артефакту! Побойся Бога. Никому не понравится такое поведение. Перед тем, как я всем расскажу и уничтожу тебя, убирайся отсюда! Я уйду! Но только после того, как убью тебя! Нет! Съешь это. Это поможет тебе. Быстрее ешь. Это спасет тебя. Зная о том, что я хотел убить тебя и твоего мужа, почему ты все равно хочешь спасти меня? Почему? Скажи. Ты не Биранат. Меня хотел убить тот, кто сидит внутри тебя. И сделал тебя слепым. Я хочу спасти того, кто сильный и большой человек. Я хочу, чтобы ты жил и своей силой снимал трудности с людей. Возьми, съешь. Теперь уже поздно. Ты правильно сказала. Я направил свою силу в неправильном направлении. Я должен поплатиться за свой выбор. Бог! Бог! Если ты хочешь меня наказать, то за 40-летнюю службу тебе я прошу тебя об одном. Избавь Раджни от змеиного облика, чтобы она смогла жить со своим мужем счастливо. Это и есть моя просьба к тебе. Прошу,
исполни мою просьбу. Мама. И после этого они жили долго и счастливо. На русский язык фильм озвучен студией «Формат АВ».